В начале марта Джонни Депп подал иск на $50 миллионов против своей бывшей жены Эмбер Хёрд, обвинив ее в клевете. Недавно Хёрд ответила на него, предоставив в суд материалы, доказывающие, что она неоднократно подвергалась избиениям со стороны Деппа. По словам актрисы, под действием наркотиков и алкоголя Депп становился монстром, он был совершенно другим человеком, неадекватным и жестоким. Эту версию Джонни мы называли монстром. Хёрд также рассказала об одном эпизоде, произошедшем в мае 2014-го. Актер начал бросать в нее все, что попадало под руку, потому что был расстроен тем, что она снялась в романтической сцене с Джеймсом Франко. В декабре 2015 года между супругами произошел еще один конфликт, в ходе которого Депп бросил в Хёрд графин, сильно ударил, схватил за волосы и потащил по лестнице. Джонни Депп на эти обвинения пока не ответил.